Ну что ж, продолжаем. Сейчас у нас будет очень сложная задача залезть сюда. Что, зачем, непонятно? Да. Не, ну может там наверху действительно валяется что-то вкусное. Но трасса, конечно, атас. А еще если угарну, если там будут какие-нибудь гонки. Гонки не думаю. Оп. И оп. Аллея оп. Оп. Божечки, только не остается. Нет, все. Кнут, кнут. Да поздно. Ах. Не кнут здесь. Осколок, господи. Ох. Смятение. Враги возрождаются быстрее. Спасибо. Ага, очень надо. Нет, иногда, конечно, есть места, когда это надо, но... У тебя пол жизни. Пол жизни. Ох. Перелейся. Все пучком. Все. Я все. Так у нас хорошо энергия пошла. Да куда нам? Осколков много. А, наверх. Наверх за руной. Вот еще жизнь можно взять. А-ля-ля. Ой-ой-ой, тихо. Ой-ой. Пью. Так, там мешочек и эти, кусь-кусь, пираньи. Маньяк. Так, вторая рунка. Все тут, да, все собрали. Mm-hmm. А, там наверху справа. Опа. Мы удачно так случайненько зашли. Вот тут наверху дверка. Дверка. Вот я не помню, у нас. Так вот мы две руны собрали. Как туда пролезть? Оп. Две как раз. Раньше-то дверки были, помнишь, там, где по четыре руны надо было собирать. Нам это открылось сюда. Значит, во всех остальных местах мы уже были. Что-то получается, смотри, да? А, ну да. Осторожненько. Так, наверху часть энергии. Там чувак ходит. Угу. И опять смотри, вот эти вот штуки. Закрытая стена вот эта. Да уйди ты, господи, пропусти. Он так и будет тебя скидывать. Так, окей. Обрати внимание, тут опять эта стена. Может, ее надо бурить? Я уже просто не знаю, что делать. А? Ну, вот этот фиолетовый. О! Я боюсь, нам от этого моба надо было прыгать. Я не помню, нельзя прыгать. От больших нельзя, да? Ну, чуть-чуть не хватает, да. Тихо, тут рождаются эти мелкие, осторожно. Так, тут тупик вроде бы. Осторожно. Ой, за тобой. А, убился.
Так. А мы в тупике. Нет, вот, а. Да. Ну вот видишь, тут вот эта вот стенка яркая. Я не представляю просто, как его... А, слушай, может, вот эти должны ломать? Чтобы его вписать сюда, 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 сюда. Ты не... Во! У тебя же он гений, понял? И тут опять, смотри, эта фиолетовая штука. Надо, чтобы он, может, ударил. Все. Фейл. Тихо. Опять я тут. Да. Можно все-таки. Давай, давай. А! Ах, чуть-чуть. Так, перелейся. Понимаю, где они в песке. Вот надо вписывать этих червячков, да? А там, где эти штучки прям вот так стоят. Это туда кого надо вписывать? Если заряды этого чувака не помогают. Я прям в замешательстве тогда. А, он помер. Жди. Веди за собой. За собой. Блин. Вы... Да что ж они... Что ж вы дебил? Они маленькие, глупенькие, суицидальные. Бегом, 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 бегом. Есть. Так, осторожненько. О, вот смотри, тут еще эти. Ух ты, ничего себе там творится-то. Этот мелкий. Для чего, интересно? О, как! Он насквозь сделал. То есть надо им стрельнуть сюда. Мелкого тащи сюда. Опа! О, он в тебя там ушел. А, нет, ушла, да, стенка? Mm-hmm. Все, супер. Так. А, ну и тут опыт. Осторожно. А. Возможно, по той же схеме. Да, это не похоже. Мне кажется, какой-то рычаг. А может быть, да. Так, тут опять эта стенка. То есть его, этого же, надо еще и наверх направить. Жесть. Хорош бегать так меня. Да он скачет. Эпс. Гоняет тут маленьких дикобразиков по песку. Прыгать, мне кажется, от них надо было. Наверху, наверное, тоже что-нибудь есть. Мелко угнать наверх. Непонятно как, чтоб он туда... Не туда. Интересно, а его нельзя схватить и пульнуть? Ау!
Тебе поджопник, да. Еее! Вообще ништяк. Думаешь, там что-то есть? Нет, я жду, когда он тренится. Окей. Так, что не подбирается? Ну, ты мажешь что-то. Нет. А, да? О. Багом ты. А, тут еще мелкий. Мелкий. Куда его вписывать, непонятно. Низко тут. Здесь жизнь. Вот она, да? Куда? За собой. Ой. Ага. О, еще плюс одна капустка. Ау! Тебе поджопник дали. Блин. Да что? Ты все собрал. Кнутом. Осторожно. Баланс. Че? Все хорошо. Но жизни мало осталось. Говорю. Фух. Песочное царство. Ау! Да блин. Я вас порой не понимаю. Что такое? Вот он иногда перестает тут ловить мобов. Нет. Почему он сейчас не ловит? А, может потому что она типа в броне? Вау. Фонарики. А там мешочек справа, да? Одна капустка. Ёба. Блин. А. Нет. Фонарик не работает. А. Значит, надо как-то до того мешка долететь. Это уж вообще. Да. Ох. Ядрит. Ой, крокодябра. Мало жизни. Ребята, еще не хватало. Отлично. Сверху опыт, кстати. Ага. А я не возьму, если как крокодябра. Она нужна живой. Зёпа. Хотя сверху, не знаю, песок не пишет. Максим, если только вот так попробовать. Нет, тоже.
Опыт. Mm-hmm. Вот, я же говорю, наверху тоже песок. И тут еще опыт. Вот здесь. Да. Yeah. Офигеть, у нас опыта 3600. Mm-hmm. Там у него какие-то карты были дорогие за эти деньги. Я так полагаю, наверное, лучше под камнем идти. Я хрен его знаю. Mm-hmm. Да. Там еще вон маленький крокозябр. Так, это я взял, теперь надо вниз. С тобой выехали. Я надо себя в этой штуке теряю. А, да, вот мне интересно. Больно. Жесть. Переливаться не могу. Да. Ау. Ах ты ж, ропошная тварь. О, ты ее облучка же стрельнула. Она умерла. Да ладно, как выяснилось, она не нужна. За тобой выехали. Зараза. Раньше за тобой выехали. Капец, энергии нет. Тихо. Боже! Бегем. Она горячая. Штучки эти горячие. О! Правильно идем. Очень мало жизни. Ой, там наверху двое. Ух. Она может допрыгнуть. Я знаю. А почти дошли. О, колодец, да, боже. Ох. Потная катка. Потная. Мы почти дошли, да. Смотри, там еще слева закуточек маленький. Закуточек. Мешочек такой прям. Да, ну там тоже может быть опыт лежит. Фонарик тоже, видимо, не рабочий. У меня не та кнопка. Какая? Да. Ой. Не молоток. Шипы. У тебя и бэшка слетела. Бэшка что-то сделала, вообще прикольно. Какого хрена ты? Иди еще раз засейвься, короче. И переставь кнопки. А, лук был Б. Молоток и Y. Ага. Ништяк. Вау. А! Ну, о, работает. Перо. Г.
Где? Тайная. Тут этот мелкий. А. А хрена он мне? Не знаю. Нахрена это нужно место? Видишь, тут какой-то полувосходящий поток. Он, правда, вправо, по-моему, дует. Ну, просто если ни рычагов, ни того, что взорвать. Ничего тут нет. А, ну я догадываюсь. Тебе надо привести его сюда, чтобы он пошел за тобой, чтобы от него, ну как бы, взяться, отстрелиться наверх в сторону мешочка. Типа так. Но это единственное. А перо тут не очень работает, его уносит, да? Он, кажется, об другую стенку убился. Хватай! Ой. Сука! Как будто от него несколько раз надо. Да что ж вы творите-то? Да что же какие-то суицидальные, да? А вообще с наведением у них проблемы. Да. Не успели, поджог какой-то дал. А! Стой. Низко. Фак. Да вообще не полетел. Тот хорошо вот первый вылетел прям. Замечательно. Оп! Это... Вот я его еще раз хотел схватить. В прошлый раз тоже так же было. Да блин, а вот в этот раз он не полетел. Ну что за гадский люд? Бежим. Нет, кажись, помер. Одна жизнь осталась. Хватай! Ну! Сука! Да блин. Ха. Загадочное семя. А, это предмет для задания. Там кому-то семечко было нужно. Тут огонек, а ботинка или что? А фиг знает, это может быть фантомное. Это просто вот нарисовано. Бля. Слева что там? А, руда это хоть. А руда. Можно обратно к пути. А, ёпа. Зёпа! Это полторы жизни. Полторы жизни. Твою мать! О, зато мы тут.
что ж она такая тормозная, прям... вот это оповещение, не могу прям. Причем именно с рудой. Есть. Ого. Так, по идее, мы нашли первого. Сейчас что-то будет. Жизнь дают, да, не просто так. Сейчас будет РБ. Божечки, какой-то храм майя. Ну, насчет РБ не знаю. Нет, не майя, это что-то индийское. А, вот, когда-нибудь у нас такая. Что? Вы хотите сказать, что я сюда зря перся? Какие четыре огонька? Я так и знала. Нам не просто так назвали это в именно таком порядке. Надо сначала собрать все четыре и прийти сюда. Ну вот здесь четвертый. Сюда. С четырьмя. Вот. С четырьмя. Вот один из четырех. Либо это вот это, но это что-то не собирается. Нет, это побочка. Здесь финал. Но это один из четырех. Ну, значит, ты типа соберешь три, четвертый тебе дадут тут. Но зато мы уже все открыли. Да, согласна. Видишь, он не просто так назвал. Сначала север, юг, да, и запад, восток. Восток был последний, мы на востоке. Да хорош. Мы поняли. Обидно. Но зато уже все сделали. Куда-то по-моему здесь, кстати, был проход. Ну сюда ты пэшься. Ну, я не знаю, куда первое место, какое говорили? А, вообще то, но можно попробовать этот взять. Ну вот, ближайший. Только я не очень понимаю, как туда идти, тут все закрыто как будто. Угу. Возможно, мне здесь как раз таки проход. Там, правда, квестовый чувак с семенем. Где? Ну, этот, который в маске был, помнишь, типа, противогаз. А, я не помню, где он находится. Вот с тем колодцем рядом. С каким? С тем. С этим? Нет, дальше. С этим? А, дальше. Вот он. Видишь, даже показано. Ты не знаю, это он или нет. Наведи просто на квест, посмотри. Ничего не пишет? Нет. Ха. Еще меня не, я не очень понимаю, мы вот здесь вот этот алмаз, этот долбанный, мы как бы его сдали или нам еще что-то надо? Ничего мы не сделали с ним. А. Могу туда прыгнуть, посмотреть. Здесь колодки крайне не работают. Почему? Ну, сейвилка и все. Нет, перенос есть. Перенос там нет, я не могу. О, мира и сорокстов. Крутым мир. Так, дальше хочу посмотреть. Это деревня. Сейчас. Вот здесь вот проходик. Ну, это вот здесь вот. Ну, еще вниз есть. Ага. Ну, погнали. Слышишь звук? Да. Ч
Ага. Стоит. Офигеть, там. Там в бок проход. Оп. А-ля-ля. О. Так, взяли. Над собой еще есть. Там стрёмно. Стрёмно. Сделаем так. На всякий случай. Да-да-да. А вот тут, проверь, чекну, внизу ничего нет? Каких-нибудь руд просранных? Нет. А, тут камень. Он нас и спас тогда от неё. Тут не пройти, как значит. Как же мне попасть вот сюда? Ну, потом, может, какой-нибудь ход найдем. Ладно. Давай дойдем до этого колодца. Угу. Так можно перенестись. Или ты хочешь пешкодрапом? Я хочу... Это... А, закрыть гештальт? Да. Ну давай. Тут где-то вот вниз, как будто. Угу. Осторожно. Пять. Осторожно. Жизнь есть. Но! О, как красиво. Ой. Давай, может, передохнем? Ну давай, на следующий. Потому что это трэш. Да.